Здравствуйте, друзья! Я кинокритик Антон Долин, и сейчас разговариваю с вами из очень экзотического места. Это храм двуликого Януса. Точнее говоря, его руины во французском городе Атон в Бургундии. Когда-то это была Великая Римская империя. Теперь, как вы видите, развалины. Совсем скоро я отправлюсь в Американскую империю, говорить о том, как новую империю пытается строить современный российский кинематограф. И о его двуликости, и о том, что такое вообще та самая имперскость, и о тех мечтах о величии, из которых иногда рождаются очень большие кассовые успехи, но иногда рождается тоталитаризм, война, цензура. Я привезу свою новую книгу, которая называется «Плохие русские» и рассказывает о коммерческом российском кино 21 века. Пожалуйста, приходите, обязательно обсудим все эти острые, горячие и иногда чрезвычайно неприятные для нас всех, но очень увлекательные вопросы. Встретимся совсем скоро. Ваш Антон Долин.